исполняет заслуженные деятели искусств России профессор Татьяна Смирнова, фортепиано. Thank you.
Зачем сокрыто в пустыне меж высоких стен? Или это добровольный плен, и ею радость позабыта? Или краска черная одежд с ее душой была согласна? Ее история ужасна, как вспоминание без надежд. Она отца и мать не знала, и Люльку детскую ее старушка чуждая качала. Thank you.
они летали над его головой, как царская корона, но без власти венец казался временем, и страсти впервые пробудясь живым огнем, прожгли алтарь свой, не найдя кругом достойной жертвы. И в пустыне света
я. Но странной любовью не победит ее рассудок мой, ни слава купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхание, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночь и день, встречать по сторонам, вздыхая на ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме среди желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем свистом под говор пьяных мужичков. Люблю отчизну я, но странной любовью. Thank you.
виолончели и фортепиано в трех частях. Сочинение 60-е. Исполняет Максим Золотаренко, виолончель, и лауреат международных конкурсов.